Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Витольд. Я из міста Коломна. Та ви що? І отак розмовляєте? Звісно, я жив у Житомирі, що недалеко від Києва. У мене нет дітей. У мене взагалі нічого нет. У мене мама є. Поділитися болем і розповісти про найстрашнішу в житті втрату – смерть дружини – Вітольд відмовився. Я не скриваю, просто кому нужна твоя глубина? Это есть люди, кому она не безразлична. Я сижу, общаюсь с вами, я вас не знаю. Но я вижу по вашим глазам, что вам абсолютно не все равно. И не потому, что вам это надо для шоу или там посмотреть. Вам хочется это знать. Вам уже тяжело. Вы сидите, вам было хорошо, вы улыбались, когда мы сюда шли. А сейчас вы сидите, вы плакать хотите, понимаете? Потому что я слушаю. Ну и зачем вам это? У каждого слез ровно столько, сколько ему выделено, понимаете? Вот. Не надо вам чужие. Дай Бог свои пережить. И утереть. Время не лечит. Это все сказка. Человек, у которого есть душа, не может меня неправильно понять. Фонтан и сквер напротив окна. Ты вновь сюда приходишь одна, одна. В окне, будто в раме ты, рисую я вновь тебя, а рядом с тобой себя, чтоб ты не была. Всегда с тобою вдвоем. На этой стене и той портреты висят твои, и каждый рисунок мой признание тебе в любви. Да-да. Рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом портретами увешан, без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года. Oh,
Это с надрывом, это так эмоционально спето, безусловно. С пониманием и выразительно очень. Все основания сказать вам «да». Спасибо. Мне показалось, что это такой вот громко ноющий мужчина, который взывает к своей женщине так долго, а она так давно не отвечает ему. Но сила еще какая-то осталась все-таки мужская, и вот он последние свои свою энергию отдает на то, чтобы кричать стенам, окнам. Вот, и если субъективно оценивать, да, насколько это ближе мне, то вообще не близко. Я скажу нет. Вітольд, вам віриться. І відчувається якась така чоловіча сила. Тобто перед нами не хлопчина, не хлопчик, а мужчина. І це, ну, мене як жінку це підкупає дуже. Я вас відчула, мені дуже сподобалось. І саме тому я скажу вам сьогодні так. Ви проходите далі. Дякую. Чомусь у нещасливих людей або у людей, які перебувають у пошуку, набагато краще виходить виявляти свої почуття. Ой, вас люблю.